Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа «Новости 24». В студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте. И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Оскорбил чиновника в интернете, получил штраф. Наказание за неуважение к власти, возможно, вступят в силу на законодательном уровне. Он пообещал решить все проблемы. Мэр Дербента провел прием граждан, что волнует жителей самого древнего города России. Смотрите сегодня в выпуске. Сорняк-убийца или горчак-ползучий. Вредное растение губит урожай дагестанцев. Как борются с этой напастью в Кайкенском районе, смотрите в материалах моих коллег. У дагестанских спортсменов нет времени на отдых. Именитые бойцы ММА провели совместную тренировку. За оскорбление власти в интернете будут наказывать. Российские сенаторы внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о наказании за неуважение к государству. Они предлагают признать интернет общественным пространством, на которое должен распространиться запрет на публичное оскорбление чиновников. Негативные комментарии, возможно, приравняют к мелкому хулиганству, за которое предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 1 до 5 тысяч рублей, либо административный арест сроком до 15 суток. Долг за газ в 36 миллионов рублей необоснованно начислили абонентам из Карабадухкенского района. Прокуратура республики выявила многочисленные факты нарушений во время работы по декриминализации сферы топливно-энергетического комплекса. Оказалось, что Карабадухкенский район имеет самый крупный долг – более 422 миллионов рублей. 36 миллионов рублей из них были необоснованно приписаны жителям за два месяца этого года. Сейчас правоохранительные органы республики проводят следственные мероприятия. Аналогичные проверки будут проведены в других районах и городах республики. А тем временем прием по личным вопросам провел мэр города Дербент Хизри Абакаров. За несколько часов за помощь к нему обратились десятки человек. Жалобы людей в основном касались жилищно-коммунальных услуг, благоустройства дворов и улиц. Какие еще вопросы волновали граждан, узнавала Патимат Ханапова. Желающих прийти на личный прием, как всегда, было много. Большинство горожан, прежде чем обратиться к главе города, побывали уже в разных инстанциях, но помощи чиновников так и не добились. Первым к мэру Дербента обратился пенсионер Гаджибала Мирзакеримов. По его словам, все попытки получить положенные ему по закону льготы оказались напрасными. Утверждает, что из списка федеральных льготников его исключили, и пенсии ему так и не начисляются. Хизри Абакаров пообещал заявителю создать комиссию для разбирательства в данном деле, а также передать документы в Следственный комитет. Хочу восстановить наши права. Прокурору и все, уходи. Разве такие люди бывают? Это издевательство над народом. Это собесь. Что, давайте мы так сделаем. Ага. Сейчас не будем. Мы сейчас заново дадим посмотреть, как вы видите, Генеральную прокуратуру, и посмотрим, какой ответ пойдет. И бумаги посмотрим. Пойдет такое? Да. Большинство заявок на личном приеме граждан касалось жилищных и земельных вопросов. Например, Энгельс Рамазанов вот уже более 10 лет пытается получить участок земли. Но за его проблему так никто и не взялся. На приеме же он разрешился за несколько минут. Давайте мы так сделаем. Сейчас, все равно, если мы будем в Дербентский район земли забивать, мы будем раздавать. Тогда мы включим вас туда. А так я даже... Сейчас земли вообще нет в городе. По словам Хизри Абакарова, в скором времени в Дербенте проведут работу по возврату городской земли из Дербентского района, в результате которой и будут выданы участки очередникам, в том числе и Энгельсу Рамазанову. Отметив, что за день на приеме у мэра были около 60 человек. Кроме того, проблемы жителей города рассматривали заместители главы администрации. У них побывало более 30 человек. Патимат Ханапова, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Дербент. Прием главы муниципалитета прошел и в Унцукуле. Жители района интересовались в первую очередь трудоустройством, оказанием материальной помощи малоимущим и решением проблем с водоснабжением. Таким образом, Исанур Магомедов принял около 20 граждан. В порядке живой очереди люди беседовали с главой. Многие проблемы были решены на месте, остальные взяты на контроль и будут доведены до исполнителей. Торговый дом «Киргу» объят пламенем. Инсценированное возгорание произошло в одном из торговых залов города. Так сотрудники МЧС проводят пожарно-тактические учения. Камиль Девятов расскажет, как спасатели практикуют навыки. Сработала пожарная сигнализация. В здании торгового центра идет полная эвакуация работников и посетителей. Спецтехника прибывает к месту ЧС.
По плану учений условный очаг возгорания обнаружил охранник торгового центра. На сигнал прибыла бригада огнеборцев. Учения проводились в условиях, приближенных к максимально реальным. Для тушения условного очага были привлечены автоцистерны и автолестница, благодаря которым были поданы пожарные стволы на крышу здания. Также перед зданием был развернут куб жизни для спасения пострадавших. За считанные минуты пожар был ликвидирован, пострадавшие эвакуированы и переданы медикам. Пожарные бригады сработали оперативно, учения прошли успешно. Санкционные фрукты из Италии уничтожены в Дагестане. Фуру с запрещенным товаром обнаружили вблизи поселка Новый Хушет. В автомобиле нашли 65 ящиков со свежими яблоками и 29 ящиков с грушами. Товар транспортировался в столицу республики для дальнейшей реализации на рынках. Согласно тарной этикетке, продукция итальянского происхождения. Общий вес фруктов составил около 1 тонны 180 килограммов. Продукция была изъята и уничтожена механическим способом на мусорном полигоне города Махачкалы. Более 5000 гектаров. Такую территорию в Дагестане захватило опасное растение – горчак ползучий. Он может погубить любую сельскохозяйственную культуру. Сорняка-убийцу завезли к нам в начале 80-х годов из Волгограда. С тех пор агрономы пытаются остановить его распространение. Уже есть примеры абсолютной победы над горчаком в Каякенском районе. Именно туда выехала моя коллега Зумруд Гамидова. Ей слово. Горчаку не зря дали такое неаппетитное название. Мука от него становится горькой, а от сена без преувеличения даже кони дохнут. Зато растет этот сорняк даже в пустынях. Главная особенность – его быстрое распространение. Даже из части корня может вырасти новый побег. Россельхознадзор рассматривает растение как серьезную угрозу продовольственной безопасности. По словам агрономов, главная причина заражения – регулярное нарушение агротехнических правил. Самое главное – это не завозить семена с зараженными семенами сорных растений, что является основным источником распространения. Своевременно проводить все мероприятия, чтобы предотвратить дальнейшее распространение его, чтобы его своевременно локализовать и ликвидировать. Несмотря на это, Сулейман Сулейманов объявил горчаку настоящую войну. Он уничтожил непобедимого врага при помощи целого арсенала химического оружия и физического метода борьбы. Здесь, на территории 1500 гектаров, после многих лет применения новейших гербицидов удалось полностью истребить злостный сорняк. А другой успешный метод борьбы с сорняком – спахивание земли. Так, благодаря многолетнему труду владельца удалось полностью уничтожить вредоносное растение. Теперь на этой земле выращивает ценный урожай пшеницы. Культивация. За счет этого мы смогли избавиться от этого горчака. Это каждый год у нас практикуется. Только механические способы и химические. Без этого победить этого карантинных сорняков очень трудно. Мы в течение 10-15 лет работали, чтобы избавиться от них. Систематический контроль должен быть за семенами, не завести. Вот очистили, теперь не завести вот эти вот маленькие семена. Потом вырастает вот такое растение, корневище на 10-15 метров уходит. Несмотря на это, проблема сохраняется во многих районах республики. Многие хозяйства не проводят должных мер по борьбе с опасным растением. Полная ликвидация горчака станет настоящей сенсацией. Пока победить растение не удалось даже ученым с мировым именем. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Каякенский район. И к другим темам. В Хасавюрте отремонтировали две школы. Реконструкция проводится в рамках проекта «100 школ». Основной объем работ пришелся на полную замену окон. Деревянный ветхий пол актового зала был заменен на плиточный, а пол сцены полностью обшит ламинатом. В этом же зале были установлены тепловые радиаторы. Общая сумма освоенных средств на объектах составила 6 400 000 рублей. Часть финансирования пришлась на региональный бюджет, местный муниципалитет и безвозмездные поступления от местных меценатов. Работы начались в обоих школах 11 и 12 в октябре месяце, в середине октября. За короткий срок строителями выполнен значительный объем работ. Условия питания в школах проверили и сотрудники Роспотребнадзора. И оштрафовали организаторов кормления на сумму более 3 000 000 рублей. Штрафы собраны за 11 месяцев текущего года. За нарушение санитарного законодательства составлено 919 административных дел на должностных и юридических лиц. По результатам надзорных мероприятий были выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Ну а теперь предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий от Карины Баталовой.
Дагестане экс-начальник ГИБДД арестован за ДТП с тремя погибшими. Выехав на встречную полосу на трассе Астрахань-Махачкала, Камиль Абуев, бывший начальник ГИБДД в Бабаюртовском районе, устроил ДТП с ВАЗ-2112. В итоге в селе Бабаюрт погибли водитель и двое его пассажиров. На месте столкновения бывший полицейский задерживаться не стал. Аварию он устроил 1 декабря, после чего скрылся с места столкновения, чтобы избежать ответственности. Советский районный суд Махачкалы 11 декабря принял решение арестовать его на 10 дней. Камиль Абуев пробудет в камере еще 2 месяца сразу после того, как следствие предъявит обвинение. Пенсионерам досрочно выплатят часть январской пенсии в конце декабря. Об этом заявила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики. Данный аванс будет учитывать январскую индексацию в отличие от предыдущих лет. По словам Голиковой, данное решение принято в связи с тем, что 1, 2 и 3 января Почта России не работает. Дагестанский школьник занял 1 место на всемирном чемпионате по ментальной арифметике. 12-летний Магомед Кагиров принес 1 место команде России на соревнованиях в Малайзии. Он учится в 38-й школе Махачкалы и занимается ментальной арифметикой 3 года. В целом, Дагестан представили 7 воспитанников Махачкалинского центра развития интеллекта «Пифагорка». Самому юному математику 6 лет. «2018 год близится к концу. Впереди, казалось бы, праздники и долгожданные выходные. Но далеко не у всех на этом завершается рабочий сезон. У дагестанских бойцов ММА нет времени на отдых. Впереди у них новые вызовы. Накануне спортсмены провели совместную тренировку, на которой побывал и мой коллега Курбан Рагимов. Ему слово. После случайно, получается, левый заходит в корпус, чуть-чуть смещается в правую сторону. И вот правая через руку. А если вы рядом оказались... Работа в стойке, разные варианты атаки, комбинации. Тренировка в новом зале «Олимпийский» прошла в формате мастер-класса. Рамазан Эмеев, Магомед Анкалаев и Мурад Абдулаев – это еще не весь список приглашенных бойцов. Каждому из них есть что показать. Любой сложившийся борец, боец, разница, любой спортсмен должен делиться своим опытом между молодежью, чтобы эти ребята смотрели на нас и как бы стремились к лучшему. Сам Имеев последний бой провел в сентябре. На UFC в Москве была одержана 3-я победа в лиге. Дата нового поединка еще не назначена, но это не повод, чтобы расслабляться. Намерен выступить в одном из турниров UFC, который пойдет в феврале-марте следующего года. И как бы время есть, подготовка хорошая. Условия для подготовки есть в Махачкале. Любые залы, любые спарринг-партнеры. К очередному поединку готовится и чемпион лиги Ахмат Мурад Абдулаев. Боец оспорит вакантный титул новой организации ACA. Велика вероятность, что он вновь сойдется с Альбертом Туменовым. В 2011-м победа была на стороне дагестанца. На сегодняшний день в ICB чемпионом является Туменов, скорее всего, с ним. Сейчас у нас, как реванш, надо будет серьезно подготовиться к этому бою тоже. Это непростой бой для меня. Сделаю все возможное, чтобы завоевать этот новый титул. Работа в зале ведется по самым разным направлениям. Ударная техника, борьба и партер. В смешанных единоборствах важны все аспекты. Вторник у нас чисто базовая ударка, чисто день ударки. Бывает разминка, отработки и несколько раундов спарринга. Четверг у нас грэпплинг и вольная борьба и схватки в конце. А в субботу у нас чисто полностью день спаррингов. Желающий, кто хочет, даже кто у нас не занимается, если, например, хочет просто на спарринги прийти, может в субботу прийти на спарринги. Тренировки с именитыми бойцами мотивируют моих учеников, и они стараются быть похожими на них и тренируются еще более усерднее. Обмен опытом даст свои плоды, уверен амбициозный тренер. Ближайшая проверка для молодых бойцов – это республиканский турнир по ММА, который пройдет в городе Дагестанские огни. Курбан Рагимов, Гилач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала. Так вы были новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте YouTube. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч!